В 2014-м правительством России определено 319 моногородов. В их число попали и два дагестанских города – Каспийск и Дагестанские огни. Здесь за 11 месяцев 2017-го в рамках реализации приоритетных программ создано 1500 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в основной капитал при этом составил свыше 6 миллиардов рублей. Что еще было сделано за этот срок, расскажет Патимат Бурзиева. Утро, а в поликлинике Дага Огней уже очереди. На прием к врачам жители обращаются постоянно. Совсем недавно здесь сделали ремонт и закупили оборудование, что сильно порадовало пациентов медучреждения. Все прекрасно, даже очень хорошо. Во-первых, на самом деле оборудование. Во-вторых, отношение врачей очень хорошее. Благоустроили поликлинику не только внутри, но и снаружи. Посадили деревья, разбили парк, обновили пандусы, улучшили наружное освещение и установили скамейки. Все эти работы были проведены в рамках программы развития моногородов. Согласно постановлению правительства, город Дагестанские огни вошел как моногород и город Каспийск. Разработан комплексный план, программа доступности. Оказание медицинской помощи. В Дагогнях на территории городского парка культуры и отдыха построены спортивная и детская площадки. Завершена реконструкция центральной площади. Проведена работа по установке урн и фонарных столбов на территории парка Победы. Ну а в Каспийске благоустроен бульвар имени Абдулаева. Организован шахматный клуб. Построена смотровая площадка для осмотра 8-го цеха завода «Дагдизель». И создали инвестиционную площадку «Этаж». Там у нас два предприятия. Завод по производству строительных материалов и завод имени Гаджиева, который переносится из Махачкалы сюда. Вот. И есть поддержка фонда развития моногородов для этих предприятий, необходимая инженерная инфраструктура. Кроме того, за счет средств ФОМСа отремонтированы входные группы центральных городских больниц в Дагогнях и Каспийске. Сюда же поступили новые автомобили скорой медицинской помощи. Фонд обязательного медицинского страхования увеличил госзадание на 10 миллионов рублей, и эти средства были направлены для того, чтобы произвести ремонт, который вы видите. И в ремонт была включена электронная регистратура, специальные устройства для того, чтобы облегчить пациентам попасть к врачу. И также был сделан ремонт вестибюля, где пациенты ожидают своей очереди. Благодаря реализации программы развития моногородов в Каспийске и Дагестанских огнях ожидается снижение зависимости от градообразующих предприятий. Это позволит и далее благоустраивать дворовые территории, улицы, социальные объекты, а также создавать новые рабочие места. Патимат Бурзиева, Гасан Байрамов. Время новостей.